Видновская мотобольная команда, единственная в Подмосковье, прославила город и Ленинский район на весь сначала Советский Союз, затем Россию и Европу. И хотя мотобол родился в Видном всего 45 лет назад, команда «Металлург» стремительно ворвалась в ряды сильнейших в этом виде спорта. С тех пор и по сей день «Металлург» не уступает лидирующих позиций. Болельщики отвечают спортсменам горячей поддержкой. На игры любимой команды ходят люди всех возрастов. Стараюсь не пропускать матчей, особенно когда они проходят по выходным дням. Я очень люблю команду «Металлург Видное», потому что они очень красиво играют. И там играют действительно самые сильнейшие мотоболисты в Европе, ну и, соответственно, в мире. Я с 3 лет хожу на матч «Мотобол». Потому что там очень быстрая скорость, и наша команда очень сильная. На этот раз в соперниках у нашей команды спортсмены из Краснодара. Они на поле в белой форме, сражаются отчаянно, однако видновчанам противостоять трудно. Российский футбол достижениями не блещет, а вот с мотоболом у нас все в порядке. Видновская команда «Металлург» по праву считается лучшей в Европе. В прошлом году ребята взяли Кубок Европы. Как известно, мало занять трон. Главное на нем удержаться. Об этом сейчас все мысли. Будем снова стараться, чтобы удержать эту победу и привести в Россию первое место. Эта встреча закончилась уверенной победой команды Сосницкого. Наши мотоболисты забили 5 мячей, пропустили всего 1. Что же, остается только позавидовать болельщикам «Металлурга» и напомнить, что следующая игра команды на домашнем стадионе состоится 18 июня. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.